Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом замены колодок стояночного тормоза и обслуживанием, настройкой стояночного тормоза, выставлением колодок. Также очень необходимые для произведения ремонта. Итак, с самого начала, что вам необходимо сделать? Для начала вам необходимо надеть шланг на штуцер и выкрутить его. Поставить сюда специнструмент и разжать вот эти вот колодки. Отсюда будет выходить тормозная жидкость. Когда вы разожмете вот эти вот колодки, закрутите штуцер и высуньте шланг. Также здесь стоят датчики износа. Подключаются они вот здесь, вот их разъем. Если вам сложно снять датчик износа вот сюда, в эту сторону отвертку, так вы не сломаете эти крепления. Для того, чтобы снять тормозной суппорт, крепится он на двух болтах. Предварительно необходимо снять вот эту вот здесь заглушка, вот она, электропроводки. В сторону ее отодвинуть. Вот здесь вот болт. Сейчас я его сниму и вам покажу наглядно. То есть отсоединенный суппорт. Вот посмотрите, что я отсоединил и какие разъемы перед тем, как его снимать. То есть все электрические разъемы я отсоединил. Сами болты, на которых он крепится. Вот так вот я его положу. С другой стороны у меня уже все снято. Сейчас я вам покажу ключи. Это съемник, это упоры, ключи, которые я использовал. Здесь 1/2. Болты, которые вам необходимо открутить. Сам ключ М16 на суппорта, на тормозной диск Т50. Здесь ключ на 11 и всякие удлинители. Дальше установка вот этих вот тормозных колодок. Здесь на болтах крепится и здесь крепление. Вот это вот барашек крепления, это регулировка натяжения, то есть расхождение по отношению к тормозным дискам. Вот, вот с этой стороны. Чтобы отрегулировать стояночный тормоз. Также здесь вот эти вот крепления. Пружины. Вот это уже стоит, уже замененный ремкомплект. Уже года 4 назад я его менял. То есть установку вам необходимо производить в обратном порядке. Когда оденете тормозной диск, вот здесь вот, вот этот болт есть, его открутите и регулируйте вот этот вот механизм, чтобы отвести, раздвинуть стояночный тормоз. После этого необходимо производить проверку стояночного тормоза под уклоном, чтобы он держал. Хотел обратить внимание на тот факт, что вот эти вот болты, видите, он у меня в герметике, чтобы они не выкручивались. То есть, если вы закрутите их на сухую, с очень большой вероятностью, что когда вы почувствуете, что у вас на машине происходит беление, будет характерный металлический стук, остановитесь и пройдите, потрогайте каждый суппорт на предмет хода. То есть, если есть шатание, то суппорт плохо закреплен. Также учтите тот момент, что, возможно, болты выкрутились все или есть потеря болта. То есть, вам лучше совершать данную поездку на эвакуаторе или остановиться и уже с использованием специального герметика или клея закрутить данные болты.
Также данный болт по резьбе от суппорта и от колесного диска одинаково подходит. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!